Приветствую всех! Меня зовут Федор Красюк, и сегодня мы с вами рассмотрим выходы на одну и на две, и все, что с ними связано. Давайте рассмотрим для начала выход на одну, так как он является более легким, нежели остальные выходы, которые будут представлены в этом видео. Выход на одну состоит всего лишь из двух фаз, которые не должны вызвать у вас затруднений. Первая фаза – это подтягивание, а вторая фаза – поочередная постановка рук и выжим себя над турником. При выполнении данного элемента многие начинающие спортсмены делают ряд ошибок, которые я вам попробую сейчас продемонстрировать. Чтобы данных ошибок не возникало, необходимо развивать свою физическую силу и также многократно повторять исполнение данного элемента до тех пор, пока он не будет получаться у вас в совершенстве. Выше был представлен выход на одну, и существует разновидность данного выхода, которая несколько усложнена. Допустим, у меня она не получается до сих пор. Это выход Декстера. И изучить этот элемент мне поможет Виталий Шишкин. Как было сказано ранее, выход Декстера является усложненным вариантом выхода на одну руку. Давайте рассмотрим его детально. Давайте рассмотрим выход Декстера более детально. Начнем с хвата. Зачастую я делаю этот выход вот таким хватом, разным. Первая фаза – это подтягивание. Обычное подтягивание, затем перехват, переход на другую руку, меняем хват на первой руке и силой выжимаем себя за турник. Выход Декстера является более силовым элементом, нежели техническим, поскольку в его исполнении нету никаких связок или прокрутов там и так далее. Достаточно просто каждый день увеличивать свою силу и многократно повторять этот элемент, и тогда у вас все получится. Следуя вышеуказанным инструкциям по этим двум различным выходам, которые на самом деле являются частью одного целого, вы сможете исполнять эти выходы без каких-либо затруднений. А пока смотрите, качайтесь, тренируйтесь и подписывайтесь на мой канал. С вами был Федор Красюк. Пока!